Результатом творческого слияния телекомпании «Волгофильм» и журнала «Дорогое удовольствие» стало долгожданное событие лета – фестиваль «Дорогое Волга на траве». Место его проведения было выбрано не случайно. Парк-отель «Вишневая гора». Здесь и открытая площадка, и свежий воздух, и живописный пейзаж. Отличное настроение всем обеспечивали ведущие и хозяйки мероприятия – Лилия Ярулина и Анна Кабалова. Для начала гостям предложили пройти уникальный тест-драйв. На специально подготовленной трассе с экстремальными препятствиями автомобили Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200 и Hilux разрушили привычные современные стереотипы о внедорожниках. Профессиональные пилоты показали участникам, что комфорт, надежность и яркие эмоции совместимы. Все смельчаки тест-драйва получили моноподы от Toyota Центр Саратов. Директор и идейный вдохновитель студии красоты «Прованс» тоже получила такой модный подарок и пригласила всех участников тест-драйва навести красоту в бьюти-зоне. Желающих сделать татуировку хноев, флеш-тату или заплести косу в бьюти-зоне «Прованс» было очень много. Наши операторы с трудом пробились в это заветное место. Папарацци светского портала «Бутик-64» тоже сделали редкие кадры. Кстати, прически и визаж хозяек фестиваля создавали именно золотые руки мастеров Прованса. Оформлением бьюти-зоны занимались декораторы студии «Джой». На летней веранде гостей ждал шикарный фуршет. Шеф-повара ресторана «Вишневой горы» приготовили шашлыки и закуски с открытого огня. Всем без исключения пришлись по вкусу угощения от крафт-бара «Декабрист». Оригинальность и непредсказуемость напитков удивила многих гурманов. Спектр развлечений поражал. Кто-то участвовал в турнире по боулингу, другие гости удалились в зону кальянов. Внимание бизнесменов привлекла программа, подготовленная генеральным партнером мероприятия компании Midas Group. Одним из наиболее востребованных направлений деятельности фирмы является обучение и развитие персонала организации, раскрытие потенциала сотрудников, проведение тренингов и семинаров. Все это приводит к сокращению затрат и увеличению прибыли компании. Особенно гостям запомнилась интерактивная бизнес-игра, которая показывает важность невербального канала общения. Поддержало мероприятие публичное акционерное общество Нижневолжский коммерческий банк. На протяжении 24 лет НВК-банк сохраняет репутацию стабильного и перспективного партнера на финансовом рынке региона. Солидный возраст для кредитной организации – это лучшее подтверждение ее надежности. Не останавливаясь на достигнутом, банк постоянно совершенствует свои услуги, стараясь быть полезным наибольшему количеству людей. Кстати, все призеры турнира по боулингу получили призы от генерального партнера. С открытой площадки гости переместились в ресторан, где участвовали в викторине от санатория «Изумруд». В качестве приза разыгрывались подарочные сертификаты на спа-процедуры. Санаторно-гостиничный комплекс «Изумруд» расположен в экологически чистом уголке Саратовской области на живописном берегу реки Балаковка. Гостиница состоит из 70 номеров различных категорий, современного спа с бассейном, бизнес-центра и банкетных залов для проведения торжеств. В субботу и воскресенье сюда можно приехать по путевке выходного дня. Нам интересно бывать в Саратове, потому что мы хотим расти, потому что мы хотим развиваться, потому что мы хотим обрастать новыми гостями, которые будут приезжать к нам в Балаково, поддерживать здоровье, красоту, следить за собой, быть веселыми и оптимистами по жизни. Оригинальность образа моделей подчеркивали очки от оптики Marco. Очки от Marco – это новые подиумные коллекции лучших мировых кутюрье. Их отличают редкие и дорогие материалы, тщательная отделка и отсутствие излишней вычурности. Фирма Marco 20 лет на оптическом рынке. Кстати, в 2009 году Marco признан лучшим оптическим салоном России на международной выставке. За время пятичасового праздничного марафона гости и партнеры мероприятия активно участвовали в викторинах и играх, танцевали и наслаждались музыкой, дегустировали напитки и деликатесы, получали всплеск адреналина на лихом тест-драйве. Все это «Дорогое Волга на траве» – фестиваль для друзей и единомышленников.